набирает обороты в массовом строительстве. Это монолитное строительство коттеджей, домов, малоэтажных зданий. Доля строительства монолитных домов в общей массе строящегося жилья неуклонно, конечно, растет. И одним из основных преимуществ этого метода строительных работ является то, что его можно осуществлять, в принципе, в любое время года. Немалую важную роль играет себестоимость строящегося объекта. Давайте разберем основные преимущества монолитного строительства. Первое – это монолитные здания легче кирпичных, порядка на 15-20%. Второе преимущество – это существенно уменьшается толщина стен и перекрытий. Третье преимущество – за счет облегчения веса строительных конструкций уменьшается материалоемкость фундаментов. Соответственно, идет удешевление устройства самого фундамента. Четвертое преимущество – это монолитное строительство обеспечивает практически бесшовную конструкцию. Сами понимаете, выставили опалубку и заливается бетон. Швов в этом случае не получается, все идет монолитно. И благодаря этому повышаются, естественно, показатели тепло- и звукопроницаемости. Следующий пункт – это конструкции из бетоносодержащей смеси. Они долговечны, так же, как и кирпичные стены. Кроме того, качественно выполненная работа исключает необходимость мокрых процессов, то есть стены и потолки практически сразу готовы к отделке. Сам материал удобный, просто монтируется, также обрабатывается. Экологичность материала, возможность строительства круглый год, малая нагрузка на фундамент, уже отмечал это, возможность обходиться при строительстве без грузоподъемных механизмов, отсутствие мостиков холода, применение любых отделочных материалов, так же как при кирпичной кладке. Кроме монолитного строительства, когда просто в опалубку заливается бетон, потом опалубка снимается и остается бетонная стена, есть еще монолитные стены с неснимаемой опалубкой из пенополистирола. У него имеются свои преимущества и недостатки, и давайте их сейчас рассмотрим. Ну, к недостаткам данного вида относится то, что блоки не выдерживают высоких температур. То есть предельная температура – это 90 градусов. Поэтому они требуют оштукатуривания и обшивку другим, конечно, негорючим материалом. Но очень много преимуществ у него. То есть это цена материала, прочность материала, скорость строительства. Блоки удобно и просто монтируются и также обрабатываются. Экологичность. Пока на данный момент пенопласт или пенополистирол считается экологичным материалом. Возможно строительство круглый год, если бетон добавлять определенные добавки для морозоустойчивости. Отличная теплоизоляция. Как мы видим, что пенопласт находится с обоих сторон, с наружной и с внутренней стены. То есть пенопласт остается. Естественно, повышается теплоизоляция. Малая нагрузка на фундамент, так как сам пенопласт весит очень мало, а внутри колодцы заливаются бетоном, причем армируются. Поэтому вес получается небольшой, и нагрузка на фундамент малая. Возможность обходиться при строительстве без грузоподъемных механизмов – это очень важный пункт в преимуществах, потому что грузоподъемные и транспортные расходы очень велики при строительстве кирпичных стен. Отсутствие мостиков холода, потому что их просто не может быть. Дальше применение любых отделочных материалов уже по готовым стенам. Блоки также не гигроскопичны, то есть они не впитывают влагу вообще и устойчивы даже к прямому длительному воздействию влаги. Блоки являются отличным шумоизолятором. И последний пункт преимущества – это блоки дышат, то есть они медленно пропускают воздух, что делает их устойчивыми к грибковым заболеваниям и гниению. Давайте на фотографии рассмотрим сам процесс заливки и какой материал применяется. И первую технологию возьмем с несъемной опалубкой. Вот такие блоки пенопластовые применяются для этой опалубки. То есть они, как видите, разные бывают. Это вот торцевые, когда заканчивается стенка либо торец. Эти вот проходные,
Как видите, у них здесь, как у Лего, есть специальные пазы, и они соединяются друг с другом. И есть вот такие, выглядят они из двух стенок и между собой соединены специальными креплениями. Вот эти вот блоки применяются для сплошного бетонирования, то есть внутри полностью все бетоном заливается. Здесь идет колодцами. И вот в эти колодцы уже устанавливаются арматуры, и в каждый колодец заливается бетон. Они получаются уже столбами. Вот таким вот образом вот уже немного стены собрано. Здесь, как мы видим, связана арматура, и в колодце уже залит бетон. Каждый колодец, как мы видим, отделен своей перегородкой. Здесь на этой фотографии уже более подробно видно, как видите, по всему периметру уже собраны эти блоки, завязано все арматурой и остается заливать. Почему и сроки строительства в этом случае очень короткие? Из-за того, что собрали стены, завязали арматуру, потом только миксер подгоняй и заливай все эти стены. Все довольно-таки просто и легко. Вот еще одна фотография. Здесь, как мы видим, просто идет сплошные блочные ряды, бесколодезная, так сказать, заливка. Вот. И они соединяются между собой пластмассовыми перемычками, и идет уже потом сплошное заполнение бетоном. Та же самая картина. Наружные и внутренние стены — пенопластовые блоки, а внутри они соединены перемычками, и видим, уже бетон заполнил практически все стены, все полости. Вот еще одна интересная фотография. Как видите, кроме прямолинейных треугольных блоков, еще и существуют вот такие вот полукруглые блоки, с помощью которых можно уже разнообразить дизайн вашего дома и планировку. Ну, с этой технологией, я думаю, вам все понятно. И давайте вкратце еще пробежимся с технологией со съемной опалубкой. Ну, съемная опалубка заключается в чем? То есть устанавливаются щиты, как мы видим. Но это заводского изготовления щиты. Они соединяются между собой с противоположной внутренней такой же стенкой. Здесь мы видим распорки, чтобы выдержать определенный размер стены. И то же самое идет армирование. После того, как все по периметру собрали, естественно, заливается бетон. И сама опалубка вся снимается и переносится выше. И таким образом можно достигать монолитного строительства до нескольких этажей. По крайней мере, я видел, по такой технологии строили дом в 20 до 20.